Кто не прочитал, тот должен прочитать. Особенно дети. Все, спасибо. Всем здравствуйте, всем привет, наконец-то нового видео мототейпера. Я начало, к сожалению, удалил, случайно, да, бывает, это не первый раз у меня уже так, но не суть. В этом видео мы с друзьями поехали на водохранилище, но мы поехали еще дальше по новой дороге и выехали аж в центре города. Поэтому там очень много дорог и много очень бездорожья. Поэтому всем приятного просмотра. Страшно, очень страшно. Там палку хотели у нас кинуть. И дед вышел. Я на третьих. Я думал, я не заеду. Я думал, я не заеду на третий. Я на второй заеду. А я думаю, надо вторую включить. Красиво. Серьезно, да, Дворка? Да-да, такая прям. Все засняли там? Видеть мой глаз. Раньше тут была вода. Трем-триамер. В смысле? Какой спускаться? Она не казалась такой крутой. Тут на камере не видно. Вот так вот. Вот так вот. Сцепление ты можешь отпустить, если что, и она бррррр сделает. Ну что, ну, пошуршали. Стрёмно, очень стрёмно. Я немного тебя не послушался и притормаживал заранее. Ну, дальше мы просто решили уехать со Строгановки и поехать в сторону водохранилища. А именно на то место, где вы его часто видите в моих видеороликах.
И нам пришлось простоять 3 минуты на светофоре, чтобы перейти дорогу. Заглох. Именно в этот момент надо. Да ну, залило, тварь. Что мне делать? Эту заливает на подъемах. Он у меня заглох, и я чуть не укатился вниз. Его еле завел. Вау, красиво! Мы не знаем, куда мы едем, но мы куда-то едем. Чуть не улетел, не упал. Ну, бывает. Долги и улететь. Мама, мы в Марино! Ура, мы в Марино! Ну, вроде бы, я так услышал. 70, знаю, чем горело, во что верил. Знаю, почему ты был в отделе. Знаешь, я не меньше твоего хотел видеть, как я. Видеть, как из дорог густеть. Тут два рассказа, шесты прилетели. Куда зима зеленый, лучший красный левый номер. Новый паспорт в дальнем свете. Два рассказа, шесты прилетели. Сейчас выезжаем и за поворотом мотобат.
Ой,